говорит кролик. Я на точке. Крыша магазина, 45 градусов на юго-западе. Конец связи. Виктория, я подошел так близко. Я должен сбежать, найти Скёрки и вытрясти из него местонахождение Блейка Декстера. Периметр без результатов. Обыскиваем здание. Маскироваться. Полегче, тут не бегают. Нельзя. Эй, вы не слышали, что ли? Сэр! Говорит кролик, я на точке. Крыша магазина, 45 градусов на юго-западе. Конец связи. Альфа, доложите обстановку. О, господи! Что творится на этом фестивале? Спасайся, кто может! Люди добрые!
прошу вас, соблюдайте порядок. Пожалуйста, соблюдайте порядок. О, сэр. Я ничего не понимаю. Как он ухитряется водить нас за нос? А чего ты хотел? Этот парень призрак. Почему ты думаешь, он все эти годы был главным козырем агентства? Он скальпель, а мы молот. Блин, зря мы все это затеяли. Охотиться на своих — это не к добру. Грубая сила всегда побеждает. Мне плевать, насколько он крут. Рано или поздно он сделает ошибку. Надо их пугнуть. Да, сэр. Не вижу ничего необычного. Это просто сигнализация. Эту хрень только посмотришь, она сразу орёт. Хорошо.